жизни каждого из детей, в становлении его как личности, социализации в мире важную роль играют родители. Но есть и те, особенные детки, которым просто необходима дополнительная помощь специалистов. По программе медицинской реабилитации за год занимаются около 300 детей с самыми разнообразными ограничениями жизнедеятельности. Маленькая Аделина занимается в центре совсем недавно, но уже ловко справляется с множеством предложенных заданий. Видишь, поймали одного зайчика? Давай, второго. Удерживаем. Рука должна на зайчике остановиться. Пока еще трудно с первого раза у ней. Она у нас не очень давно занимается. Но рука проскальзывает. Давай на зайчике останавливаемся. Вот, все, зайчик. Всех зайчиков переловили. Вот, давай. Диагностика, тренинги, физлечение, физические упражнения, бассейн, массаж, психологи, логопеды, спецпроцедуры. Каждый день эти маленькие герои вместе с родителями прикладывают максимальное количество усилий, которые, кажется, не под силу выдержать даже здоровому взрослому. У Анечки Медведевой, как и у многих деток, занимающихся в центре, диагноз ДЦП. За свою еще совсем маленькую жизнь кроха прошла многое. В центре они уже не первый раз. Вместе с мамой они проходят реабилитацию после операции. Эффект у нас очень хороший. Центром мы очень довольны, нам очень нравится. Это лучший центр по всей Ульяновской области. Мы потому что объехали все и убедились уже в этом. Результат у нас очень хороший. Мы ходим за руки. Вот с помощью костюма сейчас у нас лучше идут ножки, перекреста нету. В центр попадают дети с разными диагнозами, от минимальных нарушений до выраженных грубых нарушений общего развития. Каждому ребенку специалисты находят индивидуальный подход. Конечно, за один реабилитационный курс мы не поставим ребенка на ногу. Это процесс длительный, кропотливый. Он проходит одного этапа к другому этапу. Потом мы работаем с родителями, мы даем на дом задание родителям, чтобы процесс реабилитации шел непрерывно. И мы добиваемся определенных результатов. Центр «Подсолнух» является комплексным многопрофильным учреждением. Всего он осуществляет три вида деятельности – медицинская, социальная и образовательная. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».